Давненько я мужиков не вскрывала. Я тебя повешу, вскрою глотку. Взять живым или мертвым? Сам что выберешь? Ты станешь чудесным украшением нашего зала. Я больше не могу терпеть. Thank you.
Не могу поверить, что Кассандра развела такой бардак. Ты станешь главным, Блю. Куда ты собрался, дорогой? Пули мне не страшны. Ты человечишка! Я тебя не прощу, ублюдок! Благодаря вашей поддержке я расширил ассортимент услуг.
Хотите что-то купить? Au revoir. Thank you.
Могу устроить экскурсию.
ты сделал с моей дочерью? Какого черта?
Матерь Миранда, мне так жаль, но наш пленник Итан Уинтерс смог сбежать от Гейзенберга. Сейчас он у меня в замке и уже успел попортить кровь моим дочерям. Я поймаю! Нет, матерь Миранда. Да, конечно. Я понимаю всю важность церемонии. Я вас не подведу. Да к черту церемонию! Эта тварь заплатит мне за все! Роза, где ты? Твою мать. Вот ты где. К чему это все? Ребенка в замке нет. Какого хрена ты делаешь? Омерзительный мужлан заявился в мой дом. Посмел протянуть лапы к моим дочкам. Теперь ты пытаешься меня обокрасть. Как смеешь? Передохни, пока можешь. Скоро я тебя найду и уничтожу! Ну, покажи свою силу. Блять! Не пытайся убежать. Я разорву тебя. Ты не увидишь свою дочь. Ты заплатишь за оскорбление, нанесенное дому Некрасову. Ah!
уедешь отсюда! Хорошо. К черту этот замок! Рад видеть, что вы целы. Как идут дела? Розы тут нет. Ну, мне жаль, что так получилось. Вы найдете ее вне стен этого замка. Не хотите что-нибудь купить на дорожку? Входите, входите. У меня всегда есть новинки. Ну что ж, смело изучайте. Au revoir.